Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день, и это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме. Все ссылочки в описании. И сегодня 20 августа. Целый день была отличная погода, жаркий день. Вот сейчас к вечеру набежали облака. Температура воздуха 28 градусов. Днем по описанию от МЧС было 39. Водичка спокойная, прозрачная. С моря дует ветерок. Народ уже ушел с пляжа, потому что солнце село. Такая вот замечательная погода сегодня. Погода сегодня в Сочи, так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!